Мужчины всего мира не могут поднять обычный стул. Самым популярным флешмобом месяца стал так называемый чейр, или по-русски говоря, стул-челлендж. Смысл в том, чтобы выполнить вот эту вот серию движений. Два шага назад от стены, затем упереться в нее головой, взять стул за сидушку и разогнуться. Способны на это только женщины. Связано это с разным расположением центра тяжести и пропорциями тел. Ноги вместе ставим. Да. Стул ставим. Упираемся темечко в стенку. Да. Спину куда? Спину, да, да, вот. Плечи вот так, что ли? Да, ровно, во-во-во, вот так вот, голова вот так выше. Да, 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 да. Спина как-то у него прогнутая. Ну, давай. Ну, давай, 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 давай. Берем стул. Да. Прижать. И встать надо. Да. Бровями, бровями.